Флукс импрессионист. Автор Юрий Репрёв. Ну, высота сантиметров 80, это высокий флукс. Диаметр цветка до 4 сантиметров. В этом году он яркий. Его просто не узнать. Но он у меня еще в одном месте в тени растет. Там он вообще такой светлый, довольно-таки бледный. Здесь он яркий очень. Серединка у него белая. Такая неравномерно белая. Ну и разводы по лепестку. Такие синие, голубые. Вообще вот тут как звезда в центре цветка белая. Ранний флукс. Давно уже тоже цветет. Довольно-таки неприхотливый, не заваливается. Лепестки у него округлые. Перекрываются. Соцветие большое, я бы не сказала, что рыхлое, плотное даже вот на здесь. Цветет долго. Интересный очень флокс. Тоже, как и все такие сиреневые флоксы, становятся более темным к вечеру. Импрессионист Юрия Репрёва.